Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня также 5 апреля 2023 года. Хочу показать вам наши персиковые сады. Мы их уже обработали бордовской жидкостью. И смотрите, как оно все выглядит. Сегодня погода ветреная. Дай бог, будет хорошо слышно. Вот смотрите наши сады. Формировочка у нас, где веретеном идет. Вот где идет чашей. Формировочка, как вы видите, тоже простая. Все очень просто. Так они у нас выглядят, так мы их обработали. Вот, вот у нас веретено. Вот, поэтому здесь все тут тоже все просто. Более детальные подробности на обрезку вы уже можете посмотреть в видеороликах. Она везде есть, уже повсюду там все рассказано, показано. Здесь, в принципе, все просто обрезается. Вот, так что вот так вот они у нас сейчас выглядят. Обрабатываем бордовской жидкостью обязательно, чтобы не было курчавости листьев, никаких болезней, ни грибков. Обязательная обработка с электронного опрыскивателя обрабатывается. Поэтому, дорогие друзья, вот так вот смотрите. Так у нас все происходит. Вот. Вот, и дай бог, будет прекрасный урожай. Саженцы также есть. Можете звонить, заказывать. Вот, так что вот какие-то такие вот дела.